Всем привет, мои хорошие. Извиняюсь за свой вид. Я тут кое-что делаю. Тут не видно. Жарю гренки. Такой черный хлебушек с чесночком. Я знаю, что это вредно, но это очень вкусно. Иногда хочется. И параллельно лопаю. Давно у меня не было такого формата видео а-ля мукбанг, но это не мукбанг. Я знаю, там некоторых зрителей это вообще раздражает. Ну ничего. Я думаю, что это их проблема. Если это их раздражает, значит, что-то с нервами не то. Ну, не смотрите. Так. Следующая партия. Просто остается хлебушек. Иногда в духовке запекаем. А вот сейчас решила на скорую руку быстренько обжарить. У меня тут... Не видно, да? Тушеная картошечка с мяском, с капусткой, с морковкой. Я люблю больше такую вот, знаете, подливочку, чтобы жиденько было. Мяско. Типа рагу. Макс там обедает. Только что забрала со школы. Люблю вот это жиденько. Я не сильно обжариваю. Чуть-чуть соли. И сильно горелыми я их не делаю. Почистила чеснок. Сейчас надо есть чеснок. Вот так вот натираю греночку. Горячая еще. С другой стороны, прям хорошо так. Прям на ходу. Сильно не люблю горелые, поэтому слегка обжариваю. Тебе натереть греночку с чесночком? Буду писать. Сначала сама съела, потом ребенку дала. Горячие ребята. Видите, они сильно жареные. Так хорошо чесночком. На Настю будет дышать чесночком. Обеззараживать. Да, Макс? Нет. Так, следующая партия готова. А иногда, знаете, режешь этот хлебушек соломкой. Солишь. Маслицем обволакиваешь и в духовку. Это менее вредно, чем вот так вот, конечно.
Но тогда его неудобно натирать чесноком. А так как у меня есть чеснок, не всегда бывает. Поэтому я решила вот так вот сделать, приготовить их. Но когда нет чеснока, я нарезаю соломкой и запекаю. Ну, это редко вообще бывает. Я вообще редко готовлю этот хлебушек. Просто когда совсем уже остается, ну, такой, половина у меня получается хлеба. И уже начинает пропадать. А? Мне очень нравится. Ну да. Вот, иногда можно себя побаловать. Мы же не едим это каждый день. Ну, вредно, ну что теперь? Ну, вообще вредно жить. Что теперь? Побляки. А чеснок крупный, свежий и ядрененький. Давно, да, у меня не было такого формата, чтобы я ела на камеру. А что? Что-то я хотела сказать. Сейчас удобно. Маску нацепил. И все. Ты не дышишь этим чесноком. Так что можно пользоваться моментом. У меня сегодня записи нет. Так что я могу себе позволить. Картошка обалденная, тушеная. Там капуста. Морковка, лучок, мяско обжаренное. И все это в кастрюле готовилось. Обалденно. Андрей готовил вчера. Я помогала. Я чистила картошку, овощи все. А он сам там командовал. Вообще он вкусно готовит. Поэтому я ему отдала бразды правления. И он теперь отвечает, чтобы все были сыты в доме. Так, что я еще хотела? Макс, а что ты мясо не доел? А я много съела. Ну, я ему правда много положила, придется мне доедать. Тут прям мяско, мяско и капуста, вот как я люблю. Самое вкусное оставил. Ну, не бросаться же продуктами. Так, все. У меня готово. Так, две чесночинки. Ой. Сейчас будем гренки лопать. Ну все. Масло убираем. Вот такие вот получились. Румяненькие. Чесночок. Такие вот. Это вообще волшебно просто. Сейчас натрю. Я, конечно, все это не буду съедать. Вкуснотища. Так. Натираем, который уже остыл кусочек. Не хочу над плитой. Ее только помыла. Так вот, натираем. С этой стороны, с другой. Ты. О, прям так, прям конкретно. Видите, этот чеснок. Машинка у меня там стирается. Сейчас кто увидит меня. А что я тоже хочу? Я раньше так любила. Алло, в детстве ничего особо такого вот
Не было. Я помню, приезжала к бабуле, к папиной маме. И она всегда нас баловала вот этими вот гренками и пончиками. Вот это я помню. Сразу готовила и пончики, и гренки. И я не могла понять, что же я больше люблю. Я поняла, что и то, и то. Он как нажарит, как чесноком натрет. Прям так ядрено-ядрено. Это последний, второй кусочек. Я больше есть не буду, потому что у меня желудок начинает плохо работать. Начинает болеть. Я вот сейчас доедаю, я уже понимаю, что у меня начинает как-то покалывать. Потому что это все вредно. Поэтому все. Я отвела душу, скажем так, потому что мне хотелось. Я съела. Мне не дала пропасть хлебушку. И дала ему вторую жизнь. Вот. Поэтому это вам решать. Есть вам такое, не есть. Но я вот позволила себе два кусочка, поэтому вот так вот сделаю. Пусть всех раздражает это. А мне было вкусно. Всем, кто кушал со мной, кому я подняла аппетит, приятного аппетита. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.